Франсуа Фийон – официальный кандидат в президенты Франции. Однопартийцы единогласно поддержали кандидатуру республиканца. На экстренном собрании комитета партии решили не менять Фийона. После коррупционного скандала рейтинг победителей республиканских праймерис рухнул, и по прогнозам он не проходит во второй тур. Но республиканцы остались верны своему кандидату, даже несмотря на то, что он якобы незаконно трудоустроил жену и детей в парламенте.